Приветствую всех, дорогие друзья, на финальной миссии игры Far Cry 1. Финальная миссия игры называется Босс Кригер. Я желаю всем приятного просмотра. У меня есть три цели, которые я хочу выполнить в данной миссии. Первая цель – найти Ликарстес. Вторая цель – убить Кригера. Третья цель – спасти Вэл, потому что без первой и второй цели я не выполню самую главную цель и не спасу Вэл. Еще раз всем желаю приятного просмотра. Усаживайтесь поудобнее, запасайтесь вкусняшками. Мы начинаем. Финал обещает быть просто охерительным. Ура, я дошел до финала. Погнали. Окушки, а в окушке что же будет дальше? Ой-ой-ой. Кто это у нас? Ага. Ах ты, сука, сука, сука. Понятия не имею, что происходит на самом деле, пацаны. Блин, капец, они, сука, жесткие-то, а. Базучник, видели? Это был базучник. Блин, сука, сейчас понемножку сдохнет скоро. Да они еще, понятно, ниоткуда, понятно, пойдут. Закинь мне гранату, сука, ума. Блин, а. Это из них я тоже был. Понятия не знаю, куда я делся, на самом деле, понятия не имею. Да уж, сука, охрана у Кригера, ничего скажешь. Жесткая, сука. Реально такая охерительная у него охрана, блин, мощнее, чем у Крауда, значит, а. Да уж, ну и чё, сука, я их всех должен буду перебить, а. Ведь мне главное сесть, правда, найти лекарства и спасти Вэл. Ну, вторая, это просто, знаете, так, хочется, сука, да, в принципе, если я не убью Кригера, я и не возьму сыворотку, не найду, а. Сука, ты где? Будет же тупой, а? Ляшка. Блин, не вижу эту херню, а. На самом деле, урод, ты где? Блин, капец, как же меня напугал, сука. Ты же урод тупорывый, а. Ладненько, блин, вроде бы я должен был, по идее, всех перебить. Сука, было дофига считальников, базучник, капец. Натягая ссылочки на мою группу ВК или сразу будет в описании. Ступайте вместе, будет веселее. Натяга, я еще прикольненькое дополнение нашел. Far Cry, возвращение в рай называется, прикольненькое. Правда, еще не играл, не скачивал, но просто, знаете, листал, решил поискать дополнение. Ну, подумал, есть дополнение, нету. И вот нашел, узнал. Правда, знаете, самая трудная цель, как оказывается, мне люди пишут, что очень трудно найти хорошую, офигенную, небагованную именно вот дополнительную версию этой прикольной игры. Надеюсь, если найду, я хочу прохождение этой игры, да не знаю, дополнение, постримить. Ну все, Кригер, сука, я иду. Так, лучше эту пушку возьму, а. Она мне очень нравится. Так, третий у нас дробовик. Все. Фух, как говорится, пожелайте мне удачи. А я вам желаю приятного просмотра. С тобой все хорошо? А как по-твоему? На вашем месте я бы так не переживал. Вы все равно не доживете до следующей стадии мутации. Капец, как он выглядит все-таки, сука. Реально вожак Трагенов, сразу видно. Да уж, реально, сука, вожака. Да, конечно же, все хорошо с ним. Прекрасно, офигенный, сука, сука. Блин, сука, а. Вот мудин тупорывая. Ё-моё, надо было дробовик брать, а. Так, ушки. Блин, кда. Понятия не имею, куда-нибудь идти за мной, а. Ух ты, сука! Ну, сука, сам, блядь, крик убитель, он даже убить не целился, просто с одной руки стрелял. Блин, сука, мастер грёбаная. Сука, грёбаный мастер, на самом деле, а. Не целись, не хрена. Ляски, сука, в крике, как достал ты меня, сука, реально жесткий босс, а. Голосы, мне кажется, это убить у меня, сука, его будет, да? Хотя потом второстепенно это, сука, так, цели не особо главное. Они, сука, писючие просто, а в итоге... Да он, это, сука, самый трудный, это именно он идет. Кригер. Да, сука, как достал я его, сколько раз уже, сколько тут сдох, а? Капец, сука, что трудная миссия, бля, достал я. Сука, несколько времени на вашу херню, а? На самом деле, уже из-за дробовика.
откуда не придет? Слева, справа. Все, надо убить его, убить, а? Есть, сука, я убил его. Где сыворотка? Ва, я убил его! Заразил вас. Произошла утечка мутагена. Мутаген проникает в организм лишь путем внутривенного впрыскивания. Жаль, не могу вам помочь. У меня не было времени изготовить сыворотку. Сука, кто у нас предал, а? Заказал, что он ублюдок. Из вас выйдут отличные мутанты. Тебе остался час. Ей еще меньше. Сука, за всем стоит Дойл, а не Кригер. Я убью этого ублюдка. Старик был склонен к театральности. Жаль, у него не было деловой хватки. Дойл, ты не посмеешь. Еще как посмею. Работа на правительство научила меня главному. Где новое оружие? Там можно сорвать неплохую пушку. Почему ты сам не убил Кригера? Райден Элизавета предал своему парчу, а ты его только что убил. Любопытно было взглянуть на их реакцию. Но мне пора. Дойл, если ты не дашь нам сыворотку, тебе не покинуть остров живым. Да, я знаю, ты мне не поверишь, пока я не приставлю ствол к твоему лбу. Но это так. Жаль, Джек, но она мне нужна самому. Прости, что не жму тебе руку. Сука, я с самого начала знал, что этот ублюдок, тварь кончишь, что он, сука, твой предатель. У меня чуйка была, а? Вэл, я спасу тебя любой ценой. Правда, любой. Я иду за тобой, мерзавец. Я бы сказал, не мерзавец, Джек, а ублюдок. Так, ладненько, почти наши цели это вверх, да, наверное, скорее всего. Нам внизу делать нехрен на самом деле, а. Надо будет, блин, сука, думаю, если получится найти снайперскую винтовку, а. Потому что, сука, Трагены захотят просто меня порвать из-за их отца, как нек я у их вожака убил. Так, думаю, я правильно на самом деле иду, а. Ну-ка, на окошке, окошке, что у нас тут? Арсенал! Вау, сейчас, сука, вооружимся по полной программе и пойдем убивать этого ублюдка от предателя Дойла. Сука, я так сказал, что он предатель, а чуйка была, реально. Особенно в конце. Так, получается, мы взяли пулемет, ага. Добавик, так, нам нужна бы снайперская винтовка, бы. Ну, почему, сука, она не берется, почему? Блин, я не могу понять, смотрите, я хочу взять снайперскую винтовку, да? Вот это будет, смотрите, вот реально. Я бы... Так, бросить оружие РГ, а не РПГ, и подобно будет снайперская винтовка, да? И ни хрена, просто ни хрена, вот видите, она просто невозможна. Будет брошена, вот. Подождите, я брошу, сука. А здесь я не могу. Весь, я взял все-таки снайперскую винтовку, блин, я думал нельзя будет взять, а. Сейчас, сука, патрончики возьмем. Кстати, Грэ, где патроны на винтовку, а? О, вот они! Ну все, сука. Как говорится, я вооружен и опасен. Пойдем, сука, мочить Дойла. Еще раз всем желаю приятного просмотра. И огромное вам всем спасибо за поддержку. Вы были со мной от начала до финала. Мне очень приятно, что вы правда поддерживали меня именно от начала и до финала. И чуть не то пошло, а? Вот сюда мне надо идти вроде бы. Так, подождите, или я правильно иду? Так, подожди, пойти вроде бы правильно. Так, надо опа, сохранилочка, а? То, что нужно, как говорится. Так, возьму я винтовочку, а. Сейчас как-никак, сейчас Трагены, сука, будут меня готовы. Они просто готовы меня порвать. Из-за отца. Блин, сука, это пипец, на самом деле. Я думал, Кригер самый главный босс, а. Опа-опа. Так, сука. Ты достал, придурок тупой, а. Сука, слепит меня специально. Сука, видите, что делать, да? Есть, сука, сдох, а. Ну-ка, что ты у нас тут? Ух ты. Блин, это просто лечь, я туплю, а. Сука, какого фига он не сдыхает? Есть, сука. Ух ты, сука, там... А, сейчас прыгать будет, а? А есть, сука, все, он не будет прыгать, а? Так, это я убил, убил, все. Прыжку вырубаем. Идем, сука. Так, сука, пипец, сука, они спесились, а?
Ё-моё, вы бесили, суки, а? Сука. Ах ты, сука. Патроны закончились, блин, а так все хорошо было, а? Ну ё-моё, сука, патроны, а? Сука, чё я патроны не взял, что ли, а? Так, подождите. А могу обратно вернуться за патронами, а? Да, мне, сука, патроны давали их не взял, а? Ну, сука, я лошарик, а так, только снайперская есть? Есть. Эй, просто дверь открой. Так, патроны на дробовик, где они? Вот это, сука, я не подумал. Походу, патроны на дробовик тут и нету, а? Блин, а? Ну, пипец, а? Ну, сука, финал, а? Все есть, а на дробовик нету, а? Какого хрена спрашивается, блин? Ну, ладненько, все. Так, сейчас берем на снайперскую винтовочку. Знаем, где кто находится, фигается прикольненько. И там было четверо ублюдков, получается. Три, походу, или больше, более гранатометчиков, если может уже их больше. И четыре, вроде бы, четверо, сука, умных дебилов с пушками, а. Так, попробуем сразу одному из них выстрелить в голову. Так, ушки, пойм, ушечка. Ой, сука, он такой, а. Он, сука, сейчас прыгать будет, да, лучше бы я его сразу убил бы, а. Не, сука, нормально все. Так, аккуратненько, аккуратненько, Джек. Бляска, сука, ублюдок, а. Сука, где ты, а? Есть, сука, с двух пулек убила. Очень даже этому рад. Так, аккуратненько. Так, есть. Сука, есть, 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 есть. Ох, сука, есть. Так, подождите. Типа немножко вырубаем. Берем пулемет. Ты сука! Сука, вроде бы, давай я тоже буду копить из них, а? Сука, да уж. Так, сука. Ух ты, сука. Мне, сука, хрен тебе. Там ступеньки есть, походу, а? Сука, доставьте меня. Сука, кажется, живущие люди, а. Не, сука, все, я его убил, а. Так, быстро принял вашечку. Ложимся, дабы лучше осмотреться, потому что, походу, мне кажется, еще будет. А кто там? А теперь, сука, ты сдох, а. Я думал, реально его убил, а. Ну че, сука, Дойл, я иду за тобой. А ты как, мерзавец. Я был особым мудаком, а. Так, ладненько, я лучше, наверное, скорее всего, возьму снайперскую винтовку. Кстати, как пулемет мне офигенно пригодился, а. Но больше чего охерена было именно... Это, блядь... Это... Снайперская винтовочка, а вот она и дробовик. Вот они, сука, офигенно не помогли, а. Так, я пойти, мне лучше пойти, на самом деле. Поэтому, знаете, важненько пойдем по лесу. Но мне кажется, у него, сука, тоже будет охеренная охрана, а. О, блин, финал, сука, я не думал, что до финала доберусь, а. Правда, я очень много раз сдох в этой миссии, но... Я думаю, вы сейчас с большим удовольствием посмотрите миссию мою до конца, до этого момента. И я вам скажу, что вы мне очень нравитесь, потому что вы офигенные, и у вас классные прикольные каналы. Так, игровые. У вас, так, ладненько, все. А вот, правда, на самом деле, вы очень стараетесь, у вас прикольный, охеренный канал. Мне очень нравится, может, я могу здесь зайти, а? Или надо как-то по-другому. А, вон лифт. Просто хочу поверить, а. Ёб твою мать, а! Проверил, а! Проверил, так проверил, а! Так, что-то первый сдох. Сука, капец, я поверил, блин, охерительно, блин, как говорится, решил. Что там такого будет? Бак, сука, тут, блин, два базучика, а? Какая чужие козлы, а. Так, тут все сорвано. Опа. А тут у нас что? Может, типа, можно обойти будет как-то его, а? Это аптечка у нас. А, типа, все, в любом случае, надо было сюда идти, да? Так я понимаю, что, походу, тут фигнюшку активировать, а. Да уж, патрон, сука, у меня осталось очень мало. Ну, ладненько, пойдемте. В любом случае, мне надо туда идти, а. Видите, я все-таки не зря сюда пошел сразу, а. Да, тут патронов мало, сука, проблема, что и на пулемете, и на винтовке, на этой автомате, патроны, сука, одинаковые. Так, как эту фигню только вызвать, а, теперь?
ты, а там, походу, будет весело. Мне кажется. Вот если на деле. А, я же вызвал. Ну что, сука? Ублюдский Дойл. Придурок. Ну, мудачива. Я правда иду за тобой. И, сука, заберу лекарства и спасу Вэл, потому что уже осталось более часа, а у Вэл еще меньше. Поэтому надо торопиться. Да, аж не по своему интересу, как его обсудить его рожу, когда Джек реально смог представить к его башке, а? Так, я думаю, я правильно в направлении иду, а? По кольцевой дороге? Вроде бы да. Кстати, такая прикольная охрана была, блин. Это хотели реально отомстить за Кригера, а? Ну, думаю, сука, за Дойла они там мстить не будут. Пак, наверное, скорее всего, полюбой, там у него будет жесткая охрана. Это полюбой, блин. Так, сука, во-во-во, я же говорю. Так, тут я... А, вот, сохранёчка. Охеренно, сохранёмка. Так, тут у нас, что там у нас? Там ничего такого нет, да? Ну, подождите, а. Тут у нас что? Не, сука, начали, если так поусидеть, да? Удавай, Гарвин. Это всё, на что ты способен? Это, я не зря всё-таки тебя послушал, а. Да, сука, сейчас я к тебе приду, не переживай, а. Да уж, ублюдок, я до тебя доберусь, а. Все обоим пущу тебя, мудила. Сначала разберусь с твоими людьми, так сказать, твоими элитным, сука, подразделением. Кстати, походу, реально элитный, а. Ты, сука. Ну, сука, реально элитный, капец, мудила, блин. Я не ожидал, что там еще базучник будет, а. Блин, какой же я лошарик, столько раз я сдох, но миссию перезаписывать я не захочу. Да и, в принципе, даже и смогу, реально, не особо хочется, а. Так, блин, теперь я куда пошел? Куда я пошел-то, блин? Не туда. Сука, заблудился в двух березах, а? Так, теперь я знаю, что там есть дебилы. Хочу снять песка винтовка, а? Блин, сука. Смотри. Почему она не взрывается? Я же должен, по идее, взорвать. Вообще, должен типа поближе подойти, что ли, а? Блин, я не могу взорвать. Вот, сука. Да сейчас приду, как тебе и приду, а. Там, сука, то где-то бадущик мудильский был, а. Надо бы как-то, сука, его выстрелить и убить, а. Да, сука, они такие быстрые, блин, порогливые, блин, сука, очень быстро стреляют на самом деле, а. Бах-бах, сука, ты уже, блядь, трупешник, а. Сука, я так мог стрелять в них, а. Как быстро берем. Так вот, сука. Ах ты, сука, блин, да капец, какие же вы ублюдки, блин, а. Как же меня, сука, обойти-то, блин, а. Так, я иду все правильное направление. Сука, блин, как же меня бесит, а. Почему их не видно, сука, ни хрена. Только слышно, блин. Все, блядь, теперь наконец-таки увидел, а. Ух ты, ёб твою мать. Ё-моё. Тут два базучика, а? Сука, тут три. Это все, на что ты способен. Да подожди, дебил, я к тебе приду, а. Она сейчас, сука, лечь. Заберскую винтовочку. Какая жалость. Да, сука, какая жалость. У меня жизни мало осталось, а. Вот это, сука, жалость, а. Сука, почему я не взрываюсь так быстро, как хотелось бы, а? Блин, сука, жизни пипец мало. Ё-моё. Я очень хочу убить этого ублюдка и спасти Вэлла. Правда, очень мало времени осталось у Джека. Да почти, почти, сука. Все, сейчас, блин, просто пойду вперед уже на самом деле, а. Где-то, блин, еще путаю эти места. Сука, там два базучика. Мне столько, блин, сука, гребаных. Да, блин, почему я не туда иду, а? Сука, там получится два базучика. Гребаных, блин, сука, мне столько, блин, щитовиков, блять. Походу там еще кто-то, не знаю, сколько там их еще, а. Все-таки любой случай, мне кажется. Сейчас отсюда, а. Есть, сука. Это все, на что ты способен. Да уж, сука. На этом уровне, который я прохожу, и правда, проходить очень трудно игру, а. Сука, ты достанешь меня, придурок, а?
сука, что ты такой долго вздыхаешь, а? Реально, сука, бесючая тварь, а? Какая жалость. Сука, если он так говорит, потому что если я половину людей его перебил, а? Как я заметил, а? Да, не всех, сука, конечно, сейчас немножечко подождем, пока БНВшка позарядится. Значит, без БНВшки будет хреновастенько, а? Блин, а финал-то правда охеренная. Я так и знал, что он будет офигительным, а. Но и знал, что, ну, не думал, что еще и Дэйл будет мудаком, а. Вот это меня, конечно, удивило, а. Хотя, почему я? Блин, почему они не взрываются, а? Это меня вообще тоже удивляет. Блин, сука, ненавижу эту херню, а. Ой, себя сам кинул. А сука, их походу много. Их очень много. Спасибо тебе, Дойл, за то, что ты сказал, что я находчивый. Сука, патронов вообще не осталось, а? Сука, все патроны просрал, а? Капец, а? Что, блядь, сука, делать, а? Ой, слава богам, я патроны себе взял, а? Пипец, сейчас быстренько, подождите, перезарядку сделаю, а? Теперь, сука, где вы, а? Блядь, сука, реально... Сука, надеюсь, ты ублюдок последний был, а? Базучников, сука, два. Реально, очень, сука, мощная охрана, блядь, пипец, а. Это капец, какие они охереть жесткие, блядь, сука, потери. В принципе, у Крикера было помощнее, но, блин, в принципе, они даже у них двоих, на самом деле, охрана мощная. Так, все, вроде бы всех перебил, а? Все, сука, Дойл, я иду за тобой, приятель. Что здесь происходит? Что? Этого в твоих планах не было? А, Дойл? Нет. Слышишь? Попробуй понять, я послан ими. Они всегда наблюдают. Этого не изменить. Как изменишь будущее? Возможно, никак. Но я позабочусь, чтобы тебя в нем не было. Глупый ублюдок. Согласен с тобой, Джек. Блин, а финал-то просто охерительный. Джек, беги, беги, Джек. Надеюсь, я лекарство взял, а? Блин, я много раз погиб, не отрицаю. Ну блин, это офигенный финал. Блин, главное, чтобы я успел на самом деле, а? Ну вроде бы, Джека, все хорошо. Фух, арест, я успел. Блин, финал охерительный, игра прикольная. Всем рекомендую, просто идеальный финал. Единственное, я не ожидал, что, сука, будет это... Дойл тоже предателем, а? Но все остальное было охеренно. Блин. Для вас проходил прикольную эту классненькую игрушку Дима. Спасибо вам, что вы были со мной от начала до финала. Я с вами не прощаюсь, потому что очень скоро сами увидишь, но уже в другой совершенно прикольненькой игрушечке, а именно в Ассасине Крид и, так сказать, Вайфлаг. Я желаю вам... Нет, самое главное, что я вам желаю. Огромного крепкого здоровья. Всем пока-пока! Финал был просто охерительным. Я с большим удовольствием пойду в дополнительные игрушки, если они будут хорошо работать. Просто, блин, это такая охерительная, классная концовочка, просто офигенная. Блин, то я спас был, только по глазам он ушел, не могу понять куда. Походу, скорее всего, он обратно вернулся на остров. Если возвращается, не знаю, что игра называется, но тут вполне есть возвращение в рай. Кстати говоря, блин, разработчики просто постарались на славу, они сделали охерительную игрушку, и очень интересную, блин, я первый раз ее прошел до конца, я так счастлив, я ни разу в детстве не мог пройти до конца, весь отрусил, а тут, блин, прошел, правда, да, я погиб много раз, но тем не менее, я реально смог пройти эту игру, поэтому я очень с вами скоро увижусь. Желаю еще всем крепкого большого здоровья и продвижения ваших каналов, чтобы ваши семьи, родные не болели, чтобы у них все было хорошо, чтобы у вас было все охеренно. Сейчас все титры пройдут, хотя можно в принципе уже прощаться, но не совсем, а нам буквально на, может быть, один день или даже на полдня. Фух, блин, финально.
Финальная миссия. Огонь. Ой, прикольно. Фига, может, это когда лучше посмотрим, а? Правда. И картиночки прикольненькие. Мне нравится, а? Правда. Картинки офигенные. Канальки, блин. ПНВшка. Ага. Чувачок стоит, а? Вау. Блин. Крайтек и Ubisoft, вы постарались охерительно. Надеюсь, другие игры будут такими же классными и интересными. Вау, прикольная кроссовная пушка, которая мне очень понравилась, эти говоря. Блин. Обидно, значит, что больше обидно. То, что я столько раз много погибал, вот это был такой позор, блядь. Ну, надеюсь, вы меня поймете, учитывая то, что я еще такой спецмастер играть. Вау, вот теперь точно уже можно сказать, в принципе. Пока-пока! А что это вы тут делаете? Конец! Кино-то уже кончилось.